Урок профориентации преподали учащимся кадетского класса школы номер 1 и поселка Красное. Организаторами выступила ассоциация выпускников САФО. Главная цель встречи – помочь ребятам в выборе профессии. Для них они провели экскурсию по арктическому аварийно-спасательному центру и показали все возможности спасателей. О том, где можно приобрести профильную или другие специальности, учащимся рассказал студент САФУ Сергей Рочев. Я лично хотел, чтобы они от такого же студента, как я, как и они в будущем, услышали, что, куда можно поступить и какие вообще профессии есть в Институте комплексной безопасности. Такие встречи стали возможными благодаря ассоциации выпускников САФУ. Ее представители разработали план по профориентации для школьников и студентов округа. Как бы хорошо, это живой разговор, дети посмотрели, нам ведь очень важно, чтобы они определились с профессией, и поэтому нам очень хорошо, что они посмотрели, где обучают, то есть они узнали, где обучают, да, и где работают. Следующие встречи профориентации пройдут в 1-й, 3-й, 4-й и 5-й школах, а также в школах-искателей Красного и Тельвиске.